И всем снова здравствуйте, с вами я, Посадинг, и мы продолжаем играть в игру Angry Birds Seasons. На момент у нас остается 3 эпизода, которые мы будем проходить в скором времени. Но для начала мы остановимся на таком эпизодике, как Кабар Кубикон. Да, это название не говорит Кабар Мэя. Поэтому мы начнем сразу. И у нас эпизод посвящен цирку, и да, здесь есть... Порталы! Как вы заметили. Ну вот и все. Портал, наверное, самое тут здесь примечательное в этом эпизоде. Только видите эту пушку. Гигантскую пушку. И видите портал, который якобы здесь. Да, большинство не проходит с первой птицы, естественно. Потому что пушка — это хорошо. На самом деле, это не пушка, это портальная пушка. Знаете, портальная пушка. Действительно. Ой, я, кажется, знаю, как пройти туда. Хотя не только знаю, а помню, чувствую ее. Но суть прохождения того или иного 3 звезды, нужно попасть этой птицей в динамит. Не затронув ничего иного. Вернее, не затронув шарика. Ну и ладно. Мы затронули шарика. Так уж и быть. Заметьте, локации у нас какие сегодня у нас. А, какая-то сцена. На заднем плане какие-то деревки. Нет, аттракционы сзади, да. И заметьте, свинки сидят тут. И смотрят за представлением, как уничтожают других свинок. Ха-ха. Допустим, так. А потом как-нибудь по-другому. Что здесь делать, да? Заметьте, да, тут порталы, по идее, есть. Если мы сломаем эту свинку. Можно использовать порталы. Давайте воспользуемся. И еще разок. Ну вот и все, порталы вот такие вот крутые используются. Веселый уровень. Видите, тут появляются новые блоки, они типа снега. Тоже висят в воздухе, тоже легко разрушимые. Происходит, да? Одна и та же с подоконниками портал. Ну, как видите, интересные уровни. Своеобразные. И меня убивается, да? На кусочки. Поросёнок. Уже. Это все, что вы можете предложить. Ну ладно. Пойдет. Как видите. Шестой сегодня у нас. Вот они. Порталы все тут. Используем нашу. Ага. А нет. Эти гири, кстати, очень тяжелые, если что. Если они улетят в портал, то будет очень хорошо. Ну вот и да. Ha ha ha!
дурацкие порталы, да? Однако нам нужно использовать их, чтобы попасть к тем свиньям. По-иному ничего не сделаешь. А тут, видимо, все сломать сначала. Давайте повалим здесь все. Что, теперь можно, возможно, спокойно пользоваться порталами, да? Да, как видите, таким нехитрым приемом мы добрались до свинок. Вот такой звук странный произносится при портале. Производится. Две звезды. Ну что ж. Видите, все уничтожены. Ну и здесь, собственно, тоже. Сегодня, чтобы получать как можно больше звезд, лучше не просто уничтожать свинок быстро и меньше птиц, а именно главное уничтожать все, потому что сплошь портал не составляет особого труда. Теперь мы его видите, эти порталы сверху в облаках. Предчувствуйте. Так, ждем свинку. Да. Впрочем, взорвать замет нужно было сразу. Однако теперь ничего не выйдет. Давайте, кстати, начнем с той клетки. Заметьте. Заметьте, свинья в клетке — это типа лев. На самом деле это свинья. Да ладно. Вот такой парализатор. Mission completed, как говорится. Иногда бывает, как говорится. Что ж, продолжим. 9-й наш уровень. Гирляндочки, лампочки. Заметьте, это нос красный. Знаете, что случается, если нажать нос? Хотите узнать? Нос взрывается, да! Ужас полный. Неплохо. Ну давайте уж, раз уж ничего не вышло, то мы это сделаем так, вот это вот так. Ну да, тут легко получилось, потому что нет резиды все равно. Ну и ладно. И эти синки-то сидят, смотрят куда-то. А, да, тут даже прямо арена построена. Раньше свинок не замечал. Заметьте, колесо всякое там, луна. Ну, вот деревья, которые свинятся. У нас бред полный начался. Видите? Веселье. Прям... безудержное веселье. Вот оно. Типа ракета, по идее. Но на самом деле это не ракета. Вот такая вот миссия небольшая. Заметьте, результат практически тот же самый, что и при Хиггхтсторе. Вскоре. Ага. Что мы ждем свинью какой-то? Вот эта свинья зеленая, да? Они считают, что это свинью понимают. Нет, конечно. 11. У нас быстро идет летит. Все. Там, как понимаете, не долетаем. У нас есть портал.
А, вот оно и есть теперь. Подождем, пока все уничтожится. И взрывом все добьем. Ничего особенного, просто. Так, да. Что случилось, собственно, да? А вот и нет. Слизно посижу в этот портал. Ну никак не чтобы по-нормальному попасть, взорвать сюда мы. Ну ё-моё. Отпустим. Допускайте творение, мы допускаем. Тем лучше, она, по-моему, падает. Тем лучше. О, это Гира сейчас. Что ж, всех. Ну, можно сказать, что да. Не такой же был плохой вариант сделать так. Знаете, портал синий-оранжевый, как всегда, классика, да? Однако здесь порталы синий с синим связан, оранжевый с оранжевым. Вот так вот. Плохой выбор. Надо сделать бабах. Отлично. Ну вот как-то так. Да. Давить? Ну давить. Продолжим. Осталось парочку времени. Завершение сегодняшнего эпизодика. В общем, взрыва. Откидываем всех семерок. А затем используя один хитрый прием. Сбиваем ту свинью. Вот такой вот хитрый прием, если помните. Новый рекорд. 15 уровень нас привлекает такими вот сумасшедшими свиньями. Зарядный нос. Который, по-моему, достаточно сложноват. Для воды. А вроде нет. Ага. Ну, по крайней мере, это не рекорд, так как мы уничтожили сегодня здесь. И вот тут тоже. Мой блок уничтожили. Увидимся в следующих 15 уровнях. Как видите, музыка тоже такая интересненькая, ладно. Ну что ж, всем пока.